Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Воскресенский». Приключения вымышленного персонажа Шерлока Холмса настолько попали в сердце людей, что до сих пор сценаристы пишут подобные истории, а режиссеры с удовольствием оживляют их сериал «Воскресенский», предлагают свой вариант. Здесь есть Шерлок Холмс в лице Юрия Колокольникова, доктор Ватсон в образе Ивана Фогеля, главного полицейского в виде Максима Лагашкина. Ирен Адлер – это Мария Векслер. Не обошлось из бессерфрессора Мариарти. Все на местах и начинается повествование. И после просмотра нового сериала зрители интересуют вопрос, а будет ли продолжение? А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Экранизация книг сэра Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе практически никогда не бывают короткими или односезонными. И пока создатели сериала «Воскресенский» официально не сообщили о намерении снимать продолжение, большинство зрителей успели стать поклонниками профессора и его команды. Высокие рейтинги первого сезона дают надежду на то, что нас ждет второй сезон. Вероятнее всего, его премьера состоится не ранее, чем через год. Ведь в этом проекте сложно все, от декораций до образов персонажей. Ждем показа новых серий к концу 2022 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.